Всем огромнейший привет! Я рада вас приветствовать на своем канале. Меня зовут Новосветлова Наталья, и в этом видео мы вместе с вами посмотрим мой заказик из компании Тиандэ по зимнему каталогу. Наливайте себе чаек, кофеек и, конечно же, приятнейшего вам просмотра. Каждый заказ Тиандэ для меня просто праздник. Испытываю огромнейшее вообще удовольствие от получения посылочек, которые мне приносит курьер. Заказы я размещаю в транспортной компании. Доставка бесплатная, курьер бесплатный и доставка заказов домой. Это так удобно, так выгодно, так круто. Экономия на доставке, поэтому я все ссылочки оставляю на компанию Тиандэ в инфобоксе под этим видео, по которой вы сможете пройти, зарегистрироваться и попасть в мою команду. Но если вдруг во время регистрации что-то пойдет не так, и там будет указан спонсор, это значит, кто вас пригласил, кто-то другой, но не написано Наталья Новосветлова, это значит, что-то не то. Пишите мне в соцсети, я вам все подскажу, сама вас зарегистрирую, и вы точно окажетесь в моей команде. Ну что, это такие были организационные моменты, потому что все спрашивают, как попасть, и пишут в личку. Продукция, потому что очень крутая, эффективная. Все сначала с интересом просто знакомятся с ней, а потом из раза в раз заказывают, потому что она очень нравится. И нравится здесь то, что компания так заботится, проводит всякие акции, розыгрыши, подарки. И в этом заказе я вам покажу все, что я заказала для себя и повторила, что я получила в подарок от компании, очень приятно. Поэтому обо всем, как получать подарки, более там таких уже тонкостях, это я вам при, в общем-то, личном общении. А сейчас мы с вами просто будем смотреть мой заказ, потому что здесь есть разнообразные продукты, что-то я получила в подарок, что-то я, получается, заказала сама, само собой повторила, кое-что новиночку покажу, так что, наберитесь терпения, сейчас мы все с вами посмотрим. Что я вам покажу, я повторила вот такой вот крем для век из серии «Коллаген Актив». Я такой продукт очень люблю, с огромным удовольствием им пользуюсь, можете посмотреть, это я уже даже сбилась по счету, какая по счету моя баночка с этим кремом для век. Здесь удобно, что вот такой вот поршень поднимается вверх, видите, сколько продукта, у меня там осталось совсем еще на чуть-чуть. При всем при том, что у меня может быть одновременно открыто несколько кремов для век, и я этот крем очень люблю, особенно, рука к нему тянется, вот вечером это 100%. Отлично напитывает кожу, разглаживает, увлажняет, усиливает ее как-то тургор, делает более такой, знаете, расправленной, и получается, восстанавливает какую-то ее эластичность, и вообще вся эта серия просто прекрасная, я ее обожаю. Здесь у нас крем-лифтинг для контура глаз. А лифтинг нам, мне кажется, всем необходим. Это и подтяжка нависающего, части века. И здесь все, что-то нужно обязательно подправить нам, женщинам. Мы себя рассматриваем близко, критически на себя смотрим. И, конечно же, что-то видим на себе возрастные изменения. Плотный по консистенции. Я имею в виду для крема для век. Это не гелевая консистенция. Это, видите, такой кремушек с приятнейшим ароматом. Прям так, знаете, приятный по ощущениям, хорошо так распределяется, классный аромат. Мне, в общем-то, эта серия очень нравится. В этой серии много всего есть. Вообще отличный тоник, сыворотка для лица, шеи, декольте, будет работать и с кольцами Венеры, увлажнять и расправлять, чтобы не было заломов на области груди, подтягивать овал лица. В этой серии есть все, что нужно, именно для того, чтобы получить максимальный результат. В общем-то, этот продукт я повторяю, мне прям этот крем для век, вообще настолько полюбился, что просто я от него, что я заказала, вот такой вот комплекс. Это у нас трансдермальные комплексы, я на этот раз заказала, это у нас ботокс-эффект. Есть еще лифтинг-эффект, а это у нас ботокс-эффект. Это у нас такая коробочка, в которой у нас находится, порошочек, жидкости порошочек.
Смешиваем на лице, это все герметично закрыта жидкость, открываем только перед тем, как используем, и в течение месяца нужно этот комплекс использовать. Дает потрясающий результат, можно сочетать, и эффект будет еще сильнее с мезороллером, которым вы сначала прокатываете по лицу. Наносится это у нас на этапе сыворотки для лица, можно использовать как утром, как вечером, и дает очень крутой эффект. Это без уколов красоты. Вы, получается, нанося такой вот первый шаг, это у нас мезококтейль, а второй, это у нас порошочек, это у нас микрокапсула, которую вы вот так вот сыпите, и на участке лица прям непосредственно происходит у нас смешивание этого всего. Разглаживаются у нас мелкие морщинки, кожа расправляется, напитывается, заставляет вырабатывать собственный коллаген, эластин. Здесь действует как миорелаксант, но полностью сохраняется мимика, расправляется кожа, идет накопительный эффект, идет и лифтинг, и подтяжка, и, в общем-то, результат мне очень от этого продукта нравится, накопительный эффект. Можно проводить курсами, можно чередовать, можно друг за другом делать. Ну, конечно, делать как перерыв, но такой, знаете, комплекс, он действительно... Делаешь, и если тебя, допустим, кто-то не видел некоторое время, тебя видит и говорит: о, ты что-то делала со своей кожей? Да, делала, но ничего такого, о чем сейчас думаю, делала это, значит, там себе что-то наколола, там себе там что-то, там какие-то нити вставила, там или еще что-то, нет. Это все снаружи, плюс еще добавить коллагенчик, о нем мы поговорим позже, и гиалуронку, это у нас есть также напиток очень вкусный, и результат будет просто потрясающий. Ну, в общем, я уже не раз пробовала и комплексы ботокс эффект, и лифтинг эффект, мне нравится, в общем-то, их чередовать, и они мне оба подошли, дают результат, и эффект мне нравится, в общем, никакие уколы я не колю, а вот такими продуктами я, собственно говоря, улучшаю свое состояние кожи. Следующее, что я хочу вам показать, и это новинка, которая появилась в компании Tiandem. И это у нас такой вот напиток, который очень актуален в данное время, потому что, ну, вы поймете, это у нас вот такой вот напиток, напиток антистресс. Это у нас... абсолютно натуральный продукт, можно покупать вот так вот по отдельности, можно покупать набором из 7 пакетиков, и, конечно же, набором выгоднее и дешевле получается, сделан на Алтае, и, конечно, быть зарегистрированным еще выгоднее, потому что у консультантов есть акции, скидка 35%, бесплатные доставки и все остальное, это вообще даже... не оговаривается, все понятно. Что у нас здесь в составе? Триптофан, глицин, ромашка, душица, зверобой, шиповник, витаминный комплекс. Значит, этот напиток, он не будет вас клонить ко сну, он, значит, никак не влияет на вождение автомобиля, он просто вас успокаивает. Способствует улучшению психологического состояния, повышению эмоционального фона, помогает снизить стрессовые реакции, уменьшит раздражительность, утомление, чувство тревоги. Если у вас какие-то ответственные моменты, стресс, или вы стрессанули, пришли, развели, выпили, да, стимулирует умственную работоспособность, положительно влияет на сон и засыпание, качество ночного сна, самочувствие после пробуждения. Если у нас есть фиторелакс для... фиторелакс... Так, нет, есть другой напиток, который пьем вечером, он именно перед сном, то вот этот вот фитоноч пьем перед сном, а антистресс мы можем пить в любое время, можно их сочетать вместе абсолютно, и просто вы будете себя чувствовать спокойнее. Без сахара, здесь 20 килокалорий, кому важно, кто считает именно калории. Просто растворили в воде, выпили вкусный напиток и... чувствуете себя прекрасно, наслаждаетесь жизнью и уже без тревоги, без стрессов. Сейчас просто уже достаточно давно такое время, когда глобальные люди проходят испытания, переживания, и, конечно, поддержать свой организм необходимо.
И вот такие вот продукты являются очень актуальными, очень эффективными и, самое главное, безопасными. Меня вот это очень радует, и я, конечно же, вот решила тоже заказать один. Продукт уже, хочу сказать, что понравился, полюбился. Заказывают уже наборами, доступен для заказа и наборов, и поэтому он прям так активно заказывается. Так, следующее, что я вам покажу, и это вот такого большого объема, видите, даже все так заклеено компанией, чтобы ничего в процессе. Плюс тут еще вот такая вот этикетка. Это я получила в подарок, шампунь для волос. Значит, это у нас Centella азиатская. В этой же серии есть еще и гель для душа большого объема. Здесь 400 мл с пантенолом, витамином Е, антистресс, уход. Даже здесь у нас антистресс. Очень приятный такой нежный аромат у Centella. Значит, здесь у нас мягкая формула, которая оказывает успокаивающее действие на кожу головы. То есть, если есть зуд, что-то такое, в общем-то, это бережно очищает волосы, подверженные ежедневному стрессу, придавая им естественный блеск, легкость и объем. Вот такой вот. Подходит для сухих, поврежденных волос, окрашенных волос и волос с химической завивкой, сухой и чувствительной кожи головы. То есть, если волосы именно сухие, обезвоженные, вот как раз-таки эта серия будет подходить, этот шампунь. Для ежедневного ухода, для всей семьи может подойти. Ну, в принципе, я считаю, что вообще продукт универсальный. Следующее, что у меня еще интересненького по уходу для волос есть в заказе. Так, и вот тоже, смотрите, видите, тоже заклеен. Кстати, я его тоже получила в подарок. А вы знаете, что это мой очень любимый шампунь, питательный шампунь для волос с корнем женьшеня. Он настолько восстанавливает, напитывает волосы. Я вот такой люблю. И каждый раз, смотрите, будет корень женьшеня абсолютно разный. Это вот мой, я принесла из ванны его. В общем-то, думала, что прям буду на нем. Я только закончила недавно такую упаковку. Но сейчас подсела на шампунь для окрашенных волос из компании Tiande. Вообще потрясающий объем. И все, в общем-то, тоже мне полюбился. Вот, но и на этот раз мне пришел, видите, такой вот корешок уже немножечко другой. Напитывает, восстанавливает. Волосы шелковистые. Помогает вот как-то восстановить повреждения. Если вы отращиваете волосы, то также будет подходить идеально. Интенсивно питает волосы, способствует их росту и укреплению, помогает восстановить поврежденную структуру, да, и идеален для ослабленных волос. Также в этой серии есть бальзам для волос, вот в такой вот большой такой вот упаковке. Отлично вообще увлажняет волосы. Я им с огромным удовольствием пользуюсь, сейчас пользуюсь шампунем для окрашенных волос, и именно вот этим вот восстанавливающим бальзамом для волос. Это просто сказка в моем понятии, это просто вообще прекрасное. Следующее, что я покажу, и также у меня вот накопилось в этом заказе вот столько подарков, вообще была очень активна. Есть такая замечательная серия для мужчин. Вот видите, тоже заклеено. Я вам такой продукт показывала перед Новым годом. Вот этот шампунь я тоже получила в подарок, шампунь с серебром для мужчин. Значит, и у меня был гель в заказе и шампунь, и я эти продукты подарила сыну. Он сказал: мама, это вообще самый прекрасный шампунь из всех тех, которые он попробовал. А он попробовал, поверьте, многие. Ну, как сказать, многие. Те, которые нам с дочкой, короче, не нравятся, мы плавно, ну, у нас же длинные волосы, мы плавно ему отдаем. Вот, ну, у него тоже шевелюра, есть волосы, в общем... Из тех, которые он попробовал, вот это самый прекрасный, он сказал: мам, это вообще супер прекрасный шампунь, и только заказывай мне его. И я такая думаю: а если те, которые нам с дочерью не понравились, кто же будет их доиспользовать? Ну, понимаете, да? В общем, он понравился, говорит, волосы, аромат, качество. Ну, доволен и шампунем, и гелем для душа. То есть, мои мужчины заценили мужскую линейку. Сын сказал: мам, это восторг шампунь. Ну, а сыну я доверяю, поверьте мне. Он попробовал многое, что мы, может быть, с дочерью не оценили. И он прям так восторженно мне сказал. Я такая говорю: да ты что, сынок?
Потому что на другие была абсолютно нейтральная вообще реакция, что он есть там, что он нет. А этот просто вообще, просто его поверху. Хочу найти страницу, хотя думаю, вот листаю, думаю, зачем я ищу эту страницу. Я этого продукта выпила, съела, ну просто очень много. Я его так люблю, так люблю, так люблю, что заказываю его постоянно. И в запасе у меня он есть всегда. Вишнево-гранатовое желе с коллагеном. Да-да-да-да, бурная овация, аплодисменты этому продукту. Люблю его бесконечно, ценю и обожаю. Вы знаете же, почему? Потому что мой каждый день начинается с вишнево-гранатового желе с коллагеном. Он насыщает мою кожу, волосы, ногти коллагеном. А гранат – это гемоглобин. И здесь у нас содержится еще витамин С. Это для иммунитета. Ой, в общем, активность, гибкость суставов, связок, мышц поддерживает. Красота, молодость, заботится о состоянии кожи, волос и ногтей. Вот все подтверждаю. Отличное самочувствие. Благотворно воздействует на состояние сердечно-сосудистой системы. Потому что становятся эластичными капилляры, сосуды. Все это содержит натуральный гидролизированный коллаген с высокой степенью усвояемости. Усиленный витамином С. И гранат, и вишневый сок. Если хруст в коленях. Если пяточки в плохом состоянии, если волосы, ногти, вот все как раз-таки это вот необходимо для того, чтобы поддержать свой организм. Можно пить по 2 стика в день, можно пить на постоянной основе. Консультировалась с врачом-кандидатом медицинских наук, поэтому вам говорю точно. Одной пачки недостаточно, и даже двух. И даже трех. Вы же понимаете, что каждый день мы, как это сказать, писем, какаем. У нас происходят выделительные процессы в организме. Смотря как у нас еще работает система желудочно-кишечного тракта, от которой зависит иммунитет. Соответственно, может быть, усвояемость не всех витаминов, минералов происходит правильно. И ждать чуда от одной упаковочки там не стоит, потому что организму, мы едим каждый день, и организму также витамины, и вот такие препараты нужны каждый день. Вот знаете, на примере даже не буду далеко ходить, автомобиля. Вот если мы его не заправим, он не поедет. Как бы мы его там не уговаривали, давай, дорогой, мне там надо на работу, или там, ну, как-нибудь, ну, соберись, тряпка, ну, что-нибудь и уже там, да, изобрази и меня отвези. Да нет, не будет такого. Так же с организмом, он до какого-то периода пыхтит, пыхтит, пыхтит из последних сил, а потом, когда запал заканчивается, ну, поздно пить боржоми, когда уже печень отвалилась. Поэтому нужно пить все вовремя, поддерживать свой организм с молоду, беречь свое здоровье с молоду, вкладываться с него с молоду, а не когда уже придет тот момент, когда уже, ну, вот развалившуюся тарелку склеить-то как-то, ну вот она все равно видно, что она такая вся пошарпанная. Вот и так же происходит со здоровьем. Ну это я так профилософствовала, но вы про жизнь поняли. Это самое, о чем нужно, пока вы в активе, зарабатываете деньги, так тратьте их на обучение, на здоровье, на себя, на то, что вы вкладываете в себя. Тогда вы будете активны, тогда вы будете спокойны, будет иммунная система и будет полная чаша в семье. Потому что от этого, а вообще от женщины очень-очень многое зависит. Следующее про женщин. Про женщин. В компании T&D есть продукты для женского здоровья, про которые я вам постоянно говорю. Они и нормализуют состояние женского здоровья, есть нормализуют цикл, гормональный фон, состояние эмоциональное, чего только нет. Поддержка организма в предклиматический, значит, вот предменопаузу, в менопаузу, да, молодой организм. И все это есть разнообразное, очень разное и, ну, отлично подходящее. Вот такой я сейчас держу в руках фиточай с дудником китайским и боровой маткой для женщин. Здесь 30 фильтров пакетом. Значит, смотрите, что вот написано.
Его называют, значит, дудни китайский, называют женским женьшенем за благотворное воздействие на женский организм. Дудника рекомендуют использовать для профилактики заболеваний репродуктивной сферы, при воспалительных процессах, при нарушении менструального цикла и прочих проблемах. Вот как раз-таки про вот это. Воспаление – один из самых распространенных поводов, по которым женщины обращаются к врачу. Именно он может провоцировать целый ряд других серьезных патологий. Появление проблем в малом тазу и молочной железе, нарушение менструального цикла, репродуктивной и сексуальной функции, бесплодие. Здесь очень хороший состав. Трава боровой матки, корни лопуха, трава лобазника, листья шалфея, трава душицы, корневища и корни дудника китайского, листья крапивы, корневища и корни солодки. Травы, входящие в состав фиточая, помогают организму противостоять микроагрессорам, являющимся причиной воспалительных заболеваний женской половой сферы. И чаи есть разнообразные. Вот один из них у меня. Завариваем в кружечке, пьем. И вот такие чудеса. И поддерживаем свой женский организм. И нормализуется цикл, какие-либо воспалительные процессы и все остальное. В общем-то, ну и есть прям обширные программы для того, чтобы, если есть задача, нужно с ней работать. А вот такие вот продукты отлично вообще будут помогать во всем этом. Ну что, и это еще не все. Знаете, что я заказала? У меня как-то такое было, запасы все это. Я еще с микросферами стираю, которые были в компании Тианда, сейчас их нету. И я снова заказала универсальное средство для стирки. Биоразлагаемый продукт. Три средства во флаконе. Здесь подходит для цветного, белого и работает как кондиционер. Три в одном. Здесь легкая стирка, экологичная стирка, качественная стирка, деликатная стирка и универсальная. Значит, одежда не пылится, в отличие от порошков, не вызывает раздражения у аллергиков. То есть подходит для аллергиков, астматиков. Удаляется загрязнение, пятна, бактерии, устраняются запахи. Отлично стирает. Отлично выполаскивается. Идеально для гигиенической стирки нижнего белья. Идеально для деликатной стирки. Ну, какие-то блузочки, там, вещи, там, свитерочки. Для этого всего подходит. Часть средств от продажи экопродуктов, потому что это экопродукты, на посадку хвойных деревьев. Уже очень огромные леса посажены компании Тианде на вот эти вот средства. И это озеленение планеты. Ну, это очень круто. Вот такое вот, в общем-то, средство. Здесь у нас 1000 миллилитров, концентрированное. Мне очень нравится, и я им довольна. И у меня он уже был, и вот он исчезал. Я как только увидела, что он появился, я снова его заказала, потому что хочется стирать хорошими порошками, чтобы не было аллергии. Сын у меня очень аллергичный. Ну, у меня бывает проявление, как таких реакций на что-либо, поэтому я тоже забочусь обо всем этом, и вот как раз-таки появился он, и я его заказала. Вот, ну что, вот такой вот классный, интересный заказ у меня на этот раз. Буду с вами прощаться. Спасибо, что досмотрели это видео до конца, провели отличное время в моей компании. Я вас обнимаю очень крепко, целую, говорю вам всем пока-пока, до новых встреч на моем канале.